шо, пацаны, аниме? Добрый вечер. Очередной выпуск у нас сегодня покатушек. Сегодня у нас другая Осетия. Губа треснула, извините. Другая Осетия. Авторский тур. Вот так вот холодно пока что, но судя по солнышку, сегодня будет жара в Бронксе. Сегодня у нас две девушки. Скорее всего, я не помню, не знаю. Списывался с девушкой, а там посмотрим, что будет, как будет. Но этот маршрут один из моих любимых. Не знаю, как мы его начнем сначала, либо с конца, но в любом случае будет замечательно. С такой-то погодой все ближется к весне. Будет прям красота. Вот сюда посмотрите, вон, видите, вот там внизу много этих течет. И все еще ниже поведет. Это вот, ну, в том числе и источник этой воды. То есть прямо вот с этой горы, не знаю, как это называется точно, грунтовые воды, не грунтовые, но во время хороших дождей, там мы сейчас будем проезжать, я вам покажу выемку в горе. Это то не пещера, просто выемка. И там просто течет вода. Откуда она течет, непонятно. Прям вот хлещет, как прорвало как будто бы трубу. А, ну вот тоже маленькая течет. Ну да, вот это все вот с каких-то этих течет. Про это место, ну, мне рассказывал, там папа рассказывал, эти местные жители, про что, почему он чертов мост. Ну, чтобы легенда же нужна какая-то. Раньше с этого моста скидывали людей, там всякие... этих, что что-то сделал, воров и все. И если и еще, чтобы я не хотел, ну, когда вырасту, типа, спускаться туда вниз, он говорит, кто туда спускался, никогда больше не поднимался. Но это тоже, в этом есть доля правды. Там есть внизу, туда трудный спуск, прямо к реке, но там есть кострище, то есть туда местные ходят, просто покайфовать. Но там есть такое место, когда это вот этих камней, их не так много летом. Она так хорошо поднимается, ну, не до сюда, в смысле, там, на метр, на два поднимается. И там, когда подходишь к этой теснине с той стороны, там ты вот так смотришь, и она тебя манит, вода. Вот просто, ты не слышишь, она, хочешь ее потрогать. Она уже не бурная, она уже все, она застыла, и ты хочешь вот к ней подойти, потрогать ее. Откуда вообще вот эта щель появилась? Это, ну, это вымывание. То есть вода, камень точит. Видно, да, вот что здесь вот порода, она такая, то есть в какой-то момент там пошире, ну там порода разная же, пошире разбила, поуже, ну вот било и разбило. Горы еще не сформированы, им всего лишь 20 миллионов лет. Это уральские горы уже разрушаются, а у нас они еще не сформировались. Вот там вот видно, да, как большой вот булыжник. Да. Вот туда можно, ну, прийти, короче. И вот эта река, она здесь вот просто течет, да? Стоячий, так скажем. А летом она прям. И там водоворот происходит. Угу. И вот тут попробуй спустись, да? Угу. Мы туда спускались, мы нашли приток, и по притоку, ну, там по дороге чуть ниже. Угу. По притоку дошли 2 часа как минимум. А поднялись вот так, за каждое дерево, от дерева до дерева прыгали. Куда эта дорога идет? Лесничество какое-то. А. Как бы в целом никуда. Ну, либо для каких-нибудь этих джиперов оффроуд, которые любят. Можно, да? Не запрещено это? Что? Ну, кататься? Ну, то, что лес там, природа. Нет. Да нет. Thank you.
Круто будет, когда мы сейчас наверх поднимемся. Если хотите здесь, а если хотите, то в другом месте. Давайте в другом. Там. Где вы скажете? Ну, можно здесь попробовать. Надо понять, как. Просто это сделали туристы. Вот этот вход. Его не было раньше. Только не навернитесь. Вымеряйте каждый шаг. Это то, что осталось от большого такого комплекса. Можно видеть, да, вот эти все вот стены, которые были. Здесь, вон там их много, всего, очень много. Вон туда аж уходит. Много-много-много их тут. Вот всех, вот, которые вот такие стоят, еще туда вниз уходят. Это было большое такое поселение. И это уже был такой, как бы, как сказать, как замок. Это она была еще повыше, и это место называется, типа, вот то, что осталось, фрегат. Почему? Потому что у него строение такое, он как фрегат стоит. Вот, и видно, что здесь вот это была башня отдельная, а это уже пристроили к ней. То есть как вообще была башня, ну, типа, башня стоит, и в ней можно укрыться, в ней можно припасы хранить, можно скотину какую-то не успели увезти, если кто-то, противник какой-то пришел. И, в принципе, всегда вход был в башню высоко, чтобы, ну, неприятель не мог залезть. На лестнице поднялся, лестница за собой, все, закрылся. А эти окошки маленькие, это типа бойницы, да? Бойницы, да. И вот эти, которые выемки, вот, вот выемка, выемка. Здесь были вот так, походу, эти... балки, на них ярусы. А те, которые вот такие побольше, прям вот такие, прям видно, да, что можно там. Ну, это все было, когда еще не было огнестрельного оружия. А как, без лука? Ну, может, с лука. А, или, может быть, это какие-то наблюдательные? Ну да, то есть в любом случае, потом-то уже может быть и уже из огнестрельного оружия, но изначально это когда огнестрельное оружие появилось? Ну да. Мушкеты когда появились? Не, вот здесь, кстати, нету цементов и всяких. Вот если... камень на камень? Даже если есть, то это уже вот такое что-то. Такое. Из, как говорится, из говна и палок. Ну, как саманные дома из чего делают. Ну, да, какие? Саманные. Правда, из говна и палок? Земля и навоз. И палочки засовывают, чтобы крепко было. Вы не видели такие дома? Нет, где? Везде. Покажите. В деревнях.
Может, здесь где-то тоже сейчас будем, остались такие старые дома, видим. Пускай они тут или там. Вот тут внутри вон стена такая саманная. Она побелка голубенькая. Угу. Вот это вот саманная стена. Просто обложена вот этим камнем. Наоборот, внутри она сделана. А, внутри, я поняла. Да. Сейчас потрогаю, пойду. Вон там даже без штукатурки, ой, без побелки штукатурка только осталась. Угу. С левой стороны, а там с правой, ну короче, да. Нет, здесь проще спуститься. Где? Вот здесь. Давайте. Земляничное поле. Летом? Да. Побывали на водопаде. Красиво, круто, как всегда. Перейдем вниз. Если бы где-нибудь водичку набрать в бутылку питьевую. Погода прям шепчет. Красота. Что, свинюха там? Да, вон. Отдыхает. Короче, сейчас разработали проект. Хотят здесь все вот восстановить. Ну, не восстановить. Короче, вот это все освободить. Угу. Сделать здесь какой-то типа кванториум или что-то такое. Закрыть вот так лексаном или стеклом. То есть сделать обшивку вот этого вот. Ну, чуть-чуть подшаманить, чтобы сделать это какое-то арт-пространство. Угу. Кванториум — это там, где учатся чему-то там. Вон, смотри, даже опять этот видно, сосок. Это видеоблог. Вон там, вон там встань и вот так сфоткать можно.
Здесь становишься в эту сторону и вот так фоткать. В смысле, не меня. Я поняла. Давай. Блин, только они ты... точно сейчас свалятся, я вам клянусь. Нет, ты только ты ее сюда рукой проведи, а то у нее голова закружится. Подожди. Спеши никаких коров. Да не свалятся они. Так, где сосок? Кто там чихает? Свинья, ты что зачихаешь? Давай вставай, я тебя спорю. Смотри, чтобы у тебя тоже не закружилась голова. Уже кружится? Да. Ты если что, сюда падай. Нет, я так на всякий случай. Вот тут прям близко встань и на 0,5 сфоткай. Чтобы он в центре был. Поросюшечка! А ну иди рядом встань. С огнем играй. Ну нет, там не боишься. Ну тут не боишься, там прям боишься, потому что там прям сразу же обрывчик. Плечи вниз и назад. Вниз? И назад? На, вот эту назад, а это вперед можно чуть-чуть так, да. И чуть-чуть вот сюда. Вот, туда? Да, да. И вот эту ногу чуть сюда и на носочек. И к себе. Ага. И. Давай. Во, все. Мадемуазель. А, за этот. За, да, вот так, за предплечье. Ага. И чуть-чуть сюда вылези. Все. Все, и на солнышко посмотрите. Только не закрывайте глаза. Да ты молодец, конечно. Ну, закружится голова, все. Класс. Давай тебя. И вот сейчас мы будем ехать. И вот этот весь, вот это, короче, вы сейчас увидите. А мы откуда? Мы, смотри, вот эту гору, получается, объехали. Да, вот мы вон вдоль, вон того сосна ехали. Блин, классно. Сейчас мы поедем. Вот сейчас мы приедем туда, но сейчас будет видно, куда мы едем. Когда чуть пошире будет, сейчас не видно. И вот этот весь, вот это ущелье. Будет как на ладони? Вот мы будем на него вот так смотреть. Ага. Я туда уезжать не хочется. Это у нас что, туя? Или можжевельник так распол остался? Так-то да. Это мутновато. Ну потому что здесь глины много. Глины много. Здесь прям это вот. Баночки принимают. Да, да. Хочешь наступить? Нет. Ну вон только повыше на камне. Thank you.
Не, на камень поставь ногу. Во. А потом вот сюда. Ну да, можно так. И пошел. Там грузины что-то выясняют отношения, мы их вино выпьем. Будем счастливы. Да?
Орландо Блум полетел. Маленького орла такого. Надо ему это так что-нибудь поманить. Не оставляйте. Здесь прям такие добротные качельки. Хорошую погоду. Очень красиво. Ну это свет странный или свет, я не понимаю, что это. С дымком? Не знаю. Здесь, где много снега, там озерцо есть. Я не знаю, там купаться ли можно или нет. Короче, то, что я говорил, куда долго-долго ехать. Надо ты вот 40 километров такие вот на джиперах. Вон где сверху вон лэп стоят. Да. Вот туда. Там тоже 3000 высота. Как вот где это делся? Вон. Ну здесь прям максимально холодно, да, сразу? Ну, потому что солнце нет. А там что у нас за гора? Где? Вот, это Монах. Почему? Цейская гора. А, да. Верхний Сгид, приехали. Если вы помните, это джигит, танцующий танец кинжалов. Вот такое милая кафешка. Милая, милое. Милая кафешка. Аутентичная. А там вот Ленин стоит, вот здесь вот Ленин стоит. Это кафешка. Вот здесь вот афреймы стоят, которые можно снимать. Очень прикольно. В этой кафешке есть все, что хочешь. Здесь даже вот в этой части можно номер
по-моему, только в этой, я не знаю, скорее всего, да. Там типа можно, типа отеля номера сдаются, душ можно даже отдельно взять, если что. А здесь можно даже в тубзик сходить. Вот. Казалось бы, да? В таком месте. Та-дам! Так, по ценам. Офигеть. Сникерс 70 рублей. А в Даргавсе он стоит 100 рублей. Ни хрена себе. Как они дешево сделали. А здесь что, сколько стоит? 50-60 рублей кофе стоит. Это вообще зачет. 50-60. Куриный бульон даже есть. Чтобы не заболеть. Begging you. Эх, вот эта скала, вот эта гора. Мы были на той стороне. Вот, и сейчас здесь. Хочется вот сюда очень сильно попасть. Ну, блин, в это время года туда попасть только если сильно солнце светит. А так туда лучше только летом ездить. Это цейский ретранслятор. Петух какой-то. Очень красиво, но все-таки... Есть, ну вот, прошлое место, то, куда смотрит сердце, душа лежит там, жить. А здесь, ну, красиво. Красиво очень. Я бы здесь не жил. Потому что здесь как-то странно солнце светит, здесь как-то в низине, а там прям наверху, широко. Каждый как бы по-своему смотрит на мир. Вот, сейчас это уже наша финишная прямая, так скажем. Мы уже сейчас спускаемся. Садон-Галон внизу будет. Мизур. Ну, короче, мы уже едем домой.